погас, если вообще на ДСО. Перешел страница 43. Принял. Олег, контролирую отсутствие посторонних предметов на поверхности стыка. А пока в МПУ стык не виден. Есть подключение РБ 4.14.55. Принято. Так, ну мне на камере не видно ничего, только цифровая информация на МПУ-2. После выключения двигателя. Принято, контролируем разворот. Ожидаем. Работает по странице 44. Так, отработали, да, импульс принято. Да, отлично. Выполняем заключительные операции. Принял. Так, вдус акселерометр погасли, надувка до уня горит. Принято. А 13 погас. Есть из-за спуск. Ну далее тогда отключаем ССВП.